Хотите честно, честно повеселиться за свои деньги, при этом не заплатив за вход на дискотеке. Сейчас это можно сделать легко. И вообще платить за вход на дискотеке, это куда платить? За какой-то непонятный антураж, за непонятный звук, мы предпочитаем лучше веселиться. Здесь кафе «Салтан». И для этого, и благодаря моей супруге, я привез для вас бригаду из Самары. А вот там ребята любят веселиться. Там работают, честно. Ну, потому что, согласитесь, вы заплатили деньги, зашли в дорогущий развлекательный центр. Деньги немалые, кстати, почти 500 рублей. Вот, и что получили? Получили какой-то хаос непонятный. Я не согласен. Я хочу танцевать под музыку моего детства, моей юности и моих родителей в том числе. Сейчас это сделать можно. И вообще, вот кафе «Салтан» все по-честному. То есть, честно, хорошие напитки, честно, великолепные шашлыки. Из чего ты меня сегодня на честность потянуло? Да потому что немножко надоело, когда нас обманывают. Обманывают развлекательные центры, обманывают банки. Ну, согласитесь, весело, да? Двум физлицам собраться, сделать юрлицо, взять в Европе, например, под 2% кредит, в Америке под 1%, запулить его нам, поиметь с этого деньги и еще и потом мозги парить. Но вот не все так просто. Вот. Да. Немножко будет много таких вот экономических эссе у меня в следующих передачах, потому что, извините, задолбало. Я хочу, чтобы вы спокойно жили, весело тратили деньги и также весело их зарабатывали. Но вот где потратить деньги весело, при этом не заплатив за вход? Сегодня это кафе «Салтан». Крайне глупо утверждать, что молодость имеет какие-то временные рамки. Важно вообще не сколько человеку лет, а как он себя ощущает. Мы редко, как правило, на свадьбах видим, как отрываются наши родственники. Почему так редко? Да потому что им негде отдыхать и веселиться. Человек в возрасте не поедет ни на хаус-пати, не пойдет туда, где безголовые диджеи врубают низкокачественную аппаратуру, давя децибелами и бесконечно миксуя то, что сделано с большим талантом и на лучшей, чем диджейской аппаратуре. Кафе «Салтан» сегодня и сейчас продвигает другую культуру, а точнее шоу «Разгуляй». «Разгуляй» — это типичный рабоче-крестьянский вполне понятный отрыв, на котором комфортно чувствуют себя люди любого возраста. Это шоу абсолютно бесплатное, никаких билетов, никакого ограничения в одежде. Музыка начинается с 6 вечера, ну и далее по нарастающей. Кстати, звездные выпендрежные диджеи из провинции здесь ставятся на место диджеями настоящего гуляющего, отдыхающего города с лучшей развлекательной инфраструктурой – Самары. То есть сегодня и сейчас ежедневный отдых становится доступным, как говорится, и пионеру, и пенсионеру. Причем вы сами, ваша компания определяет репертуар. Ну а за сумму входа на любую тусовку города Магнитогорска вы можете накрыть здесь, в Салтане, поляну и для своих друзей, и для новых подружек, которых легко найти, и тем, кому 60 в том числе. Так что шоу «Разгуляет» кафе «Салтан» на центральной городской ярмарке доступно всем, и доступно оно каждый день.